Всем доброе утро. Фух, я только что доделала зарядку утреннюю. Сегодня я все упражнения довела до 10 подходов к каждому упражнению, по каждой стороне, там, если ноги разные, если там вперед-назад что-то делаю. Заняло это у меня 17 минут. Новых упражнений я сегодня не подключала, просто все вот делала уже по полной программе, так я буду продолжать и дальше. Сейчас пойду принимать душ. До новых подходов в видео. Ну, какой-то кофе стрёмный попался. Ну, так ты же его сама купила. Не, ну, а когда в него сгущенное молоко добавляешь... Ты что, с ума сошла? Уже с тобой дети, даже слова имеют силу. Вот сидим вместе, завтракаем. Сегодня суббота, времени побольше. Можно все поснимать, правда? Действительно, я-то никуда не спешу. Показать вам те платья, про которые я говорила, в которые я хочу все-таки постараться влезть. Вот 4 платья в прошлом году купила уже в сезон скидок. Они все такие футлярные, вот это даже не глаженное, собственно говоря, висит здесь. Очень красиво мне понравилось, ну, во-первых, цвет, а во-вторых, вышивка такая. Вот тоже цвет очень красивый, платьица, и такие фестончики очаровательные. Вот платье, которое мне по фасону очень идет, и по расцветке очень понравилось. Такое оно, не то чтобы... Ой. Налезла она. Не то чтобы она такое праздничное, но во всяком случае нарядное очень. Единственное платье, которое я одевала, когда снималась в передаче «Время обедать», это вот это вот платье, я в нем была. Остальное я даже не успела одеть. Поэтому, конечно, не очень обидно, у меня и другие есть платья, но я их уже одевала. Они как бы мне знакомы и, в общем... Хотелось бы их еще раз надеть, но вот эти особенно хочется. Конечно же, снижаю вес не только для того, чтобы в платье поместиться, но пока это вот такая маленькая цель, для чего я это делаю. Всем привет! Я лежу, валяюсь, потому что я была на фестивале с девчонками Faces and Laces, да, в парке Горького, и... Я никогда не стираю, ну, по крайней мере, этим летом я вообще не стирала себе ноги, но тут почему-то подошву так больно, все горит, и я чувствую, мне нужно просто лед приложить к этим местам, потому что реально ноги горят. Я прошла 5000 шагов, может быть, чуть побольше, потому что я шагомер после уже включила того, как начала ходить. Но да, я прошла их, и я теперь уже не знаю вообще, как я куда пойду, потому что ноги безумно горят, очень-очень-очень-очень больно. Сегодня я сбросила 100 грамм, то есть можно сказать уже все килограмм я сбросила за эти 5 дней. И, ну, дальше, завтра я тоже надеюсь, что что-нибудь сбросится. Сегодня в музеоне раздавали Швепс, снова бесплатная рекламная акция. Мы простояли очередь, взяли Швепс. Я сделала 2 глотка и посмотрела на калорийность. 52 килокалории в 100 миллилитрах, а там 250 миллилитров. Я отдала Саше со словами «пей сама». Все. Потому что я хожу за 5000 шагов, максимум там 100 килокалорий, ну... дополнительных беру на себя. Я лучше шоколадку съем, чем швепс буду пить. Вот. Всем привет. Мы сегодня такой марш-бросок сделали. Ой, вы, наверное, не видите. Ой, промелькнула циферка. Вот, вот 8,7 километра, ну почти 9. 13,5 примерно тысяч шагов. А у меня почти 16. И 458 килокалорий сожгли. Представляете? За почти 2 часа где-то. Вот. И теперь мы пришли в наш Елисеевский гастроном за едой на завтра. Да. Раз сбросили, не, я сейчас еще буду какой-нибудь салатик, потому что я очень хочу есть. Конечно, ты же не можешь без этого. В общем-то, я уже начала ложиться спать, и я поняла, что
никто не сказал вам спокойной ночи или доброго утра. Потому что мы так подустали, пока гуляли. И да, я видела комментарий, что классно, ну, хорошо, что я стала более веселой, что ли, или лучше настрой у меня стал. Да, у меня после третьего дня прямо второе дыхание или первое дыхание открылось. Так что да, все классно. Мы идем вперед. Завтра узнаем, сколько я сбросила за этот день, сколько мама сбросила за этот день. И подсчитаем. У нас завтра, по-моему, пятый день. Но я думаю, что итоги мы более или менее подведем хотя бы через неделю. Я надеюсь, хотя бы через неделю у меня минус 1,5 килограмма будет. Медленно, наверное, идем к нашей поставленной цели. Пожалуйста, напишите в комментариях, как у вас продвигаются дела, если вы с нами этими безобразиями занимаетесь. И, конечно же, если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайки, если вы хотите нас поддержать. Если нет, то нет. Ну ладно. Вот. И до завтра.